каков хукм чтения азана ребенку в ухо сразу после рождения? Это передается в имаме Тирмизи, его снаде есть человек, который является слабым передатчиком. Хадис, в котором передается азан в ухо новорожденного, мы скажем, что этот хадис является слабым и недостоверным от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И несмотря на это, если человек сделает азан в ухо своего ребенка, используя этот хадис, то в этом нет большой проблемы. Но произносить икама – это не дозволено. Азан правое ухо и икама в левое ухо, то, что делают некоторые люди, то это не имеет основы. А хадис, который передается на тему, он передается про азан только в правое ухо. И в его снаде также есть слабость. И мы скажем, что это не узаконено. Но если человек посчитает, что кто-то из ученых дозволил это и считает это узаконенным, и последует этому, то в этом нет большой проблемы. Но то, что указывает на это доводы, говорит о том, что это не является дозволенным и узаконенным, и хадис является слабым.